Всем привет! Мы на канале «Наша жизнь плохие». New life is my life. Мы сегодня едем куда? Куда мы сегодня едем? Мы сегодня едем к волонтеру помогать нашему классу в зоопарк. У меня есть наклеечка. У тебя есть наклеечка? У всех есть наклеечка. Тут, давай запишем. Мы очень быстрыми шагами идем куда? Пятачок, куда мы идем? Вини, Вини, я с тобой. Ты Вини. Мы очень... Давай. Мы бежим в машину, потому что с детками в автобусе едут только два родителя. Ну и чаще отбирают тех, кто... В прошлом году тянули просто билет. У кого нету машины, короче. Да, кто не может, поедет. Ну, это я пошутил, да. Машина есть у всех, просто кто-то ездит в автобусе, кто-то на машине. Спрашивают, кто как хочет ехать на дачу. Только для взрослых отводится только два места. И в прошлом году я говорю, что вытягивали именно так, бумажкой. Еще родители могут скооперироваться, и можно ехать, допустим, две семьи в одной машине, родители, кто хочет. Ну, в прошлом году Сережа ездил. Ты же ездил с какой-то семьей, да, или с мужчиной просто. Короче, я два раза ездил с кем-то. А всего я ездил, наверное, три раза. В зоопарк ты все время ездишь. Зак, я в зоопарке уже два или три раза был точно. Ты красавчик. Ну, я его уже знаю лучше, чем минский зоопарк. Ну еще плюс мы в зоопарк ездили. Я, наверное, в Минском не был столько раз, сколько было в нашем, в Лос-Анджелесе. Ну правильно, потому что мы с семьей ездили, и ты постоянно в школе ездишь. Ну, в общем, все, мы садимся в машину и гонимся в зоопарк. Нам где-то час ехать, а потом будем гулять и вам показывать. А, и мы еще сегодня отвечаем за мальчика, за Патрика. Ну, Саша с ним дружит, это хорошо. Да, пока. Я уже вижу автобус. Это наш? А какой у нас номер был? Я таких опять автобусов, блин, мама не горюй. Да, сегодня очень много всех. Ну, в общем, мы приехали, да, вот видите, сколько детей. Вон всякие автобусы, вон там сколько много автобусов. Это не наш. У нас было 81. Да. Что-то так. 02, я знаю. Сейчас проверим. В общем, мы уже готовы. Родители в ожидании, родители приехали немножко раньше, чем автобусы. И что интересно, который раз я приезжаю в зоопарк, всегда мы приезжаем раньше в зоопарк, а в школу почему-то автобусы приезжают быстрее, как будто они знают, короче, дорогу. Надо за ними ехать. Ну, в общем, ожидаем. Сейчас покажем, как вот выглядят окрестности. Это огромная парковка. Кстати, здесь мы были, кто смотрел ранний влог зимой, шоу, световое шоу в зоопарке. Вот, собственно, вход в зоопарк. В этом году зоопарку 50 лет, я вижу, написано, кстати. Ну и вот везде тут родители собираются, кучкуются, тусуются. Ждем наш автобус. Начали детей выпускать наконец-то. Все родители с телефонами записывают и фотографируют, как будто дети с Марса вернутся. Пошел наш класс. Вижу Сашку. Почему не вижу Патрика? Саша, Патрик. Серёж, что будем сейчас? Вот наша команда. Маришка, Сашка и у нас Патрик, Сашкин друг, за которым мы следим сегодня. В общем, мы уже на территории зоопарка. И первое, куда мы двигаемся, это к каким-то тюленям, морским котикам. Пошли, зайка, смотреть вон в стекло. И будем ходить, что-то показывать. Рассказывать, наверное, ничего не будем. Все сами все знают, сами все посмотрят. Ой, какая там красота плавает, я вижу. Yeah, it's like a skill challenge. All right, you guys ready? Come on. All right.
Look at him still popping his head out. Ну что, отмечайте? Копейка. Он тут большой красавчик, да? Большой, вообще огромный. Смотри, у них бочка плавает, мне надо в бочку играть. Ну, типа, раз, как ты мне. Ну что, команда, предлагаю вперед. Вы по лестнице, а я объеду. Смотреть там нечего, собственно. Я с тележкой, я иду по дорожкам, где можно на колясках двигаться, а Маришка с детьми уже бегает по лестницам. Все сделано так, чтобы можно было передвигаться с колясочкой в инвалидном кресле. В общем, все предусмотрено для всех людей. Смотреть крокодила. В 11:30 у него что там, прием пищи, что ли, или что? Нет, в 11:30. А, поговорить о нем в субботу можно. Подходи. Ну, я думаю, что если захотеть, то можно увидеть. Ай, Саша! Саш, подходи к заборчику. Вон он, есть. Саш, подходи, не бойся, вон, смотри. А вот он наш крокодил. Спит? Дети, зарисовываете все? Я возьму, Зай. Так, морского льва уже видели, крокодила видели, двигаемся дальше. Здесь, кстати, можно взять на прокат вот такую вот электрическую тачку. А вон цены написаны. Да, можно взять коляску на одного ребенка, на двоих, и даже больше там есть. Ну и вообще вот с двух сторон здесь находятся магазинчики, где можно купить всякие сувениры, игрушки с логотипами зоопарка. Всякие животные тут есть. Мягкие игрушки. А вон какие-то с проволоки интересные. Надо пойти посмотреть. Маечки. Пойду посмотрю вон те фигуры. Фигуры посмотрю. Зайка, иди, я вас догоню. Прикольные фигурки. Так, ну а мы идем дальше по зоопарку. Там тоже магазинчик. В общем, с чем нам повезло, так это с погодой. Хочется сказать, в кавычках. Все это время температура у нас была порядка 20-23 градусов. А сегодня? А сегодня она 30 градусов, потому что детям надо ходить по зоопарку. Это чтобы они, так сказать, что, быстрее встали, что ли? Так, мы достигли очередной цели. Суслики. Как в фильме ДМБ. Суслика видишь? Нет. А он есть. Он стоит. Вот
Meerkat. Meerkat. I find it to be cut. Yes, more. Здесь у нас гуси лебеди сушеные. Здесь гуси лебеди. Под водопадом. Розовые фламинго. Ну, в общем, вы видите, какие они красивые? Так вот, пахнут они не так красиво, как вы видите. Пойду сниму. Может, где-то сфотографировать на фоне? Ну, в общем, они похожи на голое мясо. А здесь не очень розовые. Ну, короче, их здесь целая стадо. Там розовые, а тут не розовые. А впереди он какой-то прямо автопаровоз, на котором можно просто кататься и все смотреть. Но мы предпочитаем пешую прогулку. Тем более у нас есть вот такой замечательный вагончик, на котором, если что, можно подъехать. Ну, походу, мы в каком-то серпентарии. Тут должны быть всякие гады ползучие. И тут что-то я никого не вижу. А, закрыто. Окей. Идем в другую. О, oh, there he is. He blends in, huh? Какая классная ящерка. Зеленая сидит. Эй, пошли дальше. Что у нас здесь? Вау, тритончики. У кого был в детстве аквариум и кто разводил тритончиков? У нас были только черненькие, а здесь смотрите, какие модные, разноцветные. Прикольно. Ну, уже закрыто на реставрацию. А здесь прямо какая-то осень, и никого не видно. А, вот она. Ну какая гадость. Вот они. Какие-то ящерицы. Ну и выглядит она, конечно, блин. Зеленый червяк. Так себе зрелище. А вот зеленая. Если бы листики не дрожали, я бы ее и не увидел. Green vine snake.
красивый аквариум, с другой стороны обойду. Зайка, вы хоть отмечать успеваете? Отмечайте все. Патрик, Саша. Патрик. Смайл. Всякие золотые руки плавают. Да, я догоню. Кто хочет посмотреть рыб, смотрите наш мод. В океанариуме в Лонг-Бич. Вот тут целая куча всяких рептилий. Сколько здесь змей. Блин, там мух им разводят. Короче, вот. Это какая-то опасная. У нас черепан нарисован. Блин. Какая же она, а? Короче, очень много страшных червяков. В общем, это какие-то крокодилы, не такие, какие были там. Вначале у них какие-то тонкие клювы. Здесь еще и рыбы плавают. Очень большие рыбы. Жалко, что крокодилы далеко. Они не такие красивые, как в мультике. А вон маленький. А, это белка, я хотел сказать, маленький бегает. Так, блин, тот, который ходил, спрятался. Можем посмотреть на спящего кенгуру. На лежащих. Они не зачуханы, им жарко, зайка. Короче, кенгуря там жарко. Это у него клюв, а на голове еще второй клюв, что ли? Зай, может, у него менять? Он его снять, наверное, хуже. Что он снять? Блин. Короче, пишите в комментариях, кто знает такого воробья, блин, что у него происходит. Блин, как-то с клювом у него раздвоение личности. У кого-то раздвоение личности, а у него раздвоение клюва. Так, калы сидят вот там вот, в теньке в домике. Вот она, в не очень подходящей позе, но она есть. Пошли сразу в горилу. Зайка, это кенгуру маленький, почему он здесь, я не знаю. Маленький кенгуру пришел к калам почему-то. Пошли. No, he's up there. He's right here. Yeah, he's very top right of the tree. Inside his little hut. У наших уже ланч начался. Мы добрались до африканской гориллы. Смотри, бабушки посылают. Блин, ты бы здесь посидела, еще бы не бабушки посылала, наверное. They're safe. They're safe. He's just looking at us.
Look, а в прошлом году мы видели их здесь вот очень много. Они, наверное, попрятались от жары. Они вот в этом вольере живут, их было очень-очень много. Он глубокий, знаете. Там глубоко, там вода и глубоко. Ну что, идем дальше, ребята. Да. Это нет времени, идем дальше. Рассказывайте, на кого вам зебры похожи? Ну, если верить Катарине, то у меня полосатые майки. Помнишь, как она, когда я покупала кофточку, я вышла, спросила, ну как она сказала, говорит, ты похожа на зебру. Большая зебра и маленькая. Зебреныш. Это кто так сделал? Это папа зебр, наверное. Пойдем туда дальше смотреть, кто там сделал. Я думаю, что там папа. 100 пудов. Видишь, они стоят под этой дверью и хотят туда. Их, наверное, рассадили, чтобы они не это. Сережа? Серег, нет. Ну, зебры заканчивают свой концерт. Орал зебра папа. Вон еще там какие-то парнокопытные ходят, пронгхорны. Ой, им прямо корм. Зайка им корм привезли, сейчас кормить будет. Их много здесь. Ну, в простонародье козочки. Одна уже кушает прямо с тачки. Привет, дружок. Как дела? Ну и ладно, надо своих догонять. Здесь какие-то куропатки бегают. На перепелок похоже. Ничего себе перепелок, ты что, не здоровый. Маленькая вон та, смотри, ровно как перепелочка. Да, рядом был маленькая бегает. Ну да. Хорошая перепелочка, такая жирненькая. Что. А вот какая-то с хвостом с красивым. Сереж, дети хотят пожелать. Так давай, сейчас с теньки сядем. Может, это им придаст жизненных сил. В общем, животных очень много. Но они спрятались в тенек. В общем, их очень откровенно, фигово выбрали. Жарко. Очень жарко. Сейчас, Сашка, будем кушать. Найдем вон где-нибудь вон лавочку в теньке. Там уже кто-то пытается приземлиться, но мы им составим, да, компанию. Пойдем. Вон там еще есть лавочка. Лавочек хватает. Кто здесь живет? Здесь живут. О, отсюда, какие, ребята, красивые. У вас быть. Они очень красивые. Короче, тоже козлики. Вот такие. Сейчас покажу вам. Они все лежат, им всем жарко, но хорошо, хоть они не спрятались. Саш, есть такие? Дай я посмотрю на обратную стену. Короче, я вот так через телефон на них смотрю, и они сливаются с дровами. Ну, вообще, этот как бы паспорт зоопарка у нас составлен так себе, да? О, яркий представитель свинской породы. А помнишь, в минском зоопарке их можно было почухать? Фу, пахнут они, конечно, не розами. Ой, сейчас я вам покажу кабанчиков. Вон они. Вон один сейчас выйдет. Такой хороший лесной кабан. О-хо-хо, убежал. Красавчик. Как его словить? Идет вдоль палки, блин. Это огромное количество каких-то красивых желтых птичек, которые мечутся и не попадают в кадр.
Мы нашли слона, но он стоит к нам. Он стоит к нам задом. Если мы немного включим ускорение, мы еще и жирафа найдем. И выражает нам какое-то фе своим хвостиком. И не хочет на нас смотреть. Мы, наверное, разобьем палатку. Большой и сядем в засаду. Я думаю, что это маленький. Не очень большой. Детеныш. Ребята? А он кушает там травку. Я вижу. Не вижу повода. Мы не зря сюда пришли, мы его нашли. Он с огромными бивнями. Мне интересно, куда он засунул хобот и что он им там делает. Ну, с кем пьет, а хоботом не пьет. Нет. В общем, у него очень большой и красивый загон. Ему есть где походить. И водопадик такой хороший у него, да? И мне кажется, ему жарко. Во что он хоботом делает? Он что-нибудь достанет? Может, ты что-нибудь достанешь? Ну, на тебе. Что это было? Ну, может, что это. Ну, в общем, слона увидели, можно ставить галочку. А там вон что, вип-зона, смотри. Вип-зона, что ли? Ой, да что? Короче, слон решил нам во всей красе показаться. Блин, это такое огромное животное. Ну, он, короче, куда-то засовывает шум. Бегом. Наши румыны не хотят бегать. Короче, мы в обезьяньем раю. Принимает теневые ванны. Зайти, мне кажется, что он похож на того, который снимался в фильме. Ну как это? Где? Трудно понять, короче, лежат такие кучки. Вон там одна особенно. На лиане. Зай, смотри, как он жизни радуется. Много, наверное, без обувь. Улыбается, ну. Вот здесь посмотри. Где? А, вон еще. Лениво пятки почесал. Короче, всем жарко. That one's sleeping on its mom. Sleeping on its mom. Yeah. Six years old. Six years old? Yeah. We live together as mom? Six years? Yeah. Mm-hmm. Короче, обезьяна очень классная обезьяна. Mom. Sometimes I'm really big mom. They call me time for care children. Yes, they do. Very loving. Вот еще одна из немаловажных целей, за которой мы пришли, это вот эти грациозные животные. Они просто прекрасны. У них очень длинный язык. В прошлый раз, когда мы были, они стояли рядом с нами и показывали язык. И глаза очень красивые. Там их кормят, наверное. Пошли. Вон язык показывают. Хорошо. Это деньги? О, это за деньги, ладно, мы сделаем. Дело в том, что денег нет с собой. Смотрите, какой у нее язык болтается. Ты любишь,
Mazda, red Mazda. Жерар смотрит на корзину с листьями и думает, блин, я же столько мяса жру. Их, наверное, меняют. Жерар. Смотрите, по язык, блин, по язык просто феноменальный. Подержи, я сниму. No, here, here. Look. When you do it, you gotta hold it like this. No, it popped! No, my hat popped! Wow, good job, Vienna. Alright, here's another one. Get two more. Good job. Good job. Alright, one more. Here's your last piece, Annie. Hey, Philip. Очень бы хотела сказать, что это был классный день, который мы провели в зоопарке, но, блин. При температуре 37 градусов это было тяжело. Это было тяжело. В общем, нам реально не повезло. Вся та неделя была 20-23 градуса. Вон он плавает. И это была бы прекрасная погода для прогулки, но сегодня, блин, как назло. Дети были, ну не без настроения такие были. В общем, им было душно и жарко. И животные, конечно, спрятались. Да нет, мне кажется, даже если бы хотя бы детей как-то немножко взбодрить. Мы пытались, конечно, быть такие, эй, бежим, бежим, но дети на нас смотрели, типа... Не задорно. Не задорно. Вот, на этом мы заканчиваем наш зоовлог. Всем, кто посмотрел, спасибо. Ставьте лайк обязательно, всем поддержите пока, наш канал. И увидимся в новом видео. Бай-бай.